Константин? Да. Мы приветствуем нашего дорогого куратора Константина. И я приветствую вас, наполняя вашу комнату энергией Арго. Благодарим вас. Пришло время узнать вам о черной хрустальной энергии. Я уже упоминал ее раньше. Черная хрустальная энергия пока дана вам двоим и защищает школу и знания школы. Я хочу объяснить, что все знания, полученные от школы, защищены и не могут передаваться без вложения энергии учителей. И я не советую распространять их без данного на то разрешения. Я полагаю, вы говорите это, потому что есть такая вероятность. Я лишь несу информацию. Кто Понятно. Как с ней поступит, я не решаю. Я понял. Несу информацию, что знания защищены. Следующее. Я бы хотел донести мое слово ученикам первого потока. Я благодарю вас всех за то, что вы своей решимостью пришли на первый поток и стали учениками нашей школы Арго. Я поздравляю всех вас. Вы очень смелые. Эти знания нужно укреплять и развивать. Каждый из вас в силах это делать. Примите мою благодарность как куратора школы. Все вы достойны идти дальше и нести эти знания. Именно в том виде, в котором мы преподносим их. По развитию вашему, по вложению энергии будут даваться новые знания. Новые кураторы будут приходить. На сегодняшнем этапе я очень рад вашему развитию. Все вы разные, но все вы сильные. Верьте в себя. За вами свет. Благодарю.
Все слова были сказаны на сегодня. Не все, еще осталось два слова. Уважаемый Константин, вы знаете традицию этой комнаты диагностики. Примите, пожалуйста, как куратор, большую корзинку с самыми вкусными и спелыми ягодами на земле. И, Верочка, в твоих руках появляется наша корзинка традиционная. И мы с огромной благодарностью, нашими искренними благодарностью, передаем эту корзинку нашему куратору за его мудрые слова, за то, что он всегда рядом с нами. Мы благодарим и очень рады совместной работе. Прекрасные плоды, чистый, свежий запах смешивается с сезонными ягодами. Я их все рассмотрел. Замечательно, замечательно. Благодарим вас за ваш визит. Завтра у нас выпускной, мы завтра будем нашим ученикам уже давать путевку в жизнь, как это говорят у нас. Благодарю всех за внимание. Благодарим вас, уважаемый, дорогой наш куратор Константин, и от всех наших учеников искреннюю благодарность. Примите, пожалуйста, они все ценят контакт с вами. Благодарю вас. Всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово.